Это город Химинг, озеро Химзея. Вот видите, какие красивые горы. Я сижу сейчас на скамейке. В конце я покажу скамейку. Его снимаю. О, уточки плывут. О, целая стая уточек, видите, плывет. Там еще есть. Да, ну вернемся к нашим горам. Как видите, очень красивый вид. С озера на горы. Сзади меня проходит тропинка. Ну не тропинка, а дорожка асфальтовая. И ходят, конечно, люди. Вы, наверное, слышите разговоры. Так. Как начинаете смотреть мое видео, сразу по привычке, через несколько секунд ставьте лайк, чтобы я еще больше снимал видео и показывал вам. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Посылайте, как говорится, людям, знакомым, чтобы они тоже порадовались. Сейчас покажу пляж. Вот эта дорожка. Там негры ходят. Они купались в озере, теперь ходят. Вот там осветление тоже. В углу парка, видимо. Вот там парусники. Наверное, не будет видно вам. А, вот сейчас я попробую снять этот парусник. Да, вообще видно, мне видно экран. Если вы живете в этом городе, который я снимаю, или поблизости, пишите мне, пообщаемся. Я сам живу в Траунштайне. Сегодня, кстати, первый раз приехал в Химинг. Довольно быстро на автобусе доехал. Вот. Железной дороги здесь нету, поэтому, наверное, я первый раз только сегодня приехал. Ничего, иди. Да, ну вот, почему-то толстый негр подошел сюда и говорит «Entschuldigung». Что он от меня хотел, не знаю, в желтой майке. Нет, я понимаю, что он сказал, что такое «Entschuldigung», но что он уточку, что ли, смотрел? Нет, в желтой майке. Да, ну что, пишите ваши комментарии, если живете в этом городе поблизости, пишите, пообщаемся. Наверное, где-нибудь в описании я еще свой email оставлю, ну, можете здесь комментарии писать. А вот, кстати, уточки плывут, сейчас посниму еще раз. Ставьте лайки. С вами был Эмиль Карлсон.